Первое, что бросается в глаза, это яркие мотивы, которыми вручную расписаны все три этажа стен. Перед мастерами кисти и красок, а это преподаватели школ, детских садов и художественной школы, стоит задача сделать пребывание в больнице комфортным, снизить стресс и страх маленьких пациентов перед посещением врача. Проект мы, конечно, обдумывали заранее, но, как говорится, объемы все равно диктуют. Уже на живом месте все равно наши, как говорится, продумывания немножко претерпели изменения. Какие-то, да, стены диктуют, цвет немножко там. Одно дело вы на эскизе придумали, другое дело вживую. Вживую там уже немножко и колера меняются, и цвет немножко, композиция чуть-чуть сдвигается. Это декоративная роспись. Тут, смотрите, звери все стилизованные. То есть немножечко так. И главное, основное направление у нас то, что у нас, видите, вся группа гамма разбеленная. То есть достаточно так, это как ковер идет. Причем всю эту ответственную работу художники выполняют совершенно бесплатно, по собственному желанию. Они с удовольствием откликнулись на просьбу администрации города превратить детскую больницу в сказочный городок. Роспись стен – это завершающая стадия масштабного обновления. Ремонтных работ очень много. Все увидят, что у нас появились сразу же, когда придут в детскую поликлинику, новые окна. Заменены все окна в детском поликлиническом отделении. Заменена вся сантехника. У нас прекрасные сделаны санузлы. Все заменено. Раковины, все, ну, вся сантехника, все раковины, все заменено. И вся наша мебель тоже новая. Новые пеленальные столики, новые столы, столы специально под компьютеры и столы специально письменные столы. Все шкафы, все это новая мебель. Кроме того, немного изменился подход к работе. Раньше здоровых детей могли принимать лишь в определенные часы. Теперь им отвели отдельное крыло на первом этаже. Это минимизирует контакт с заболевшими. Также предусмотрена реализация программы «Доступная среда» для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Все преображения нефтекамцы смогут оценить уже на следующей неделе. Марина Медвинская, Заат Давлетшин. Время новостей.